В Санкт-Петербурге состоялся конкурс красоты, ума и таланта среди якутских девушек «Каталык Коу». О прекрасных участницах и об итогах самого яркого мероприятия в материале нашего корреспондента Айсены Бурнашовой. Ровно два месяца назад ежегодный проект ассоциации Сайды «Каталык Коу» взял свой старт. Вначале участницы прошли кастинг, а далее в их жизни началась головокружительная подготовка и многочисленные мастер-классы. У нас в этом году будет этап авангарда. В этом году мы выбрали темой божества Аи, и этот этап будет называться «Зов предков». Также в этом году интеллектуальный этап проходит вне концертной программы во время подготовки девушек к финальному концерту. Финал конкурса состоялся на площадке Дома молодежи Московского района. «Каталык Коу» направлен на реализацию амбиций участниц. На протяжении 3 часов 7 очаровательных конкурсанток сражались за главный титул «Каталык Коу» и показали себя на все 100, подготовив визитку, шоу талантов и выход в вечерних платьях. Также участницы представили зажигательный танец. В составе членов жюри заместитель поспреда Юрий Кравцов, представители индустрии красоты и моды. После долгих переговоров эксперты вынесли свой вердикт. Диплом «Каталык Коу 2017» вручается Наталье Степановой. Красавица, студентка Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета. 19-летняя Наталья Степанова блистала на сцене и по праву завоевала высокий титул «Каталык Ко». У меня сейчас внутри буря эмоций. Я сейчас не могу представить, что конкурс закончился. Я очень рада за участниц. Помимо реального конкурса в соцсетях также проходил и виртуальный конкурс. С наибольшим количеством голосов титул «Мисс Виртуальная Каталык Коу» получила Анна Барабанова. Конкурс этого года прошел на высоком уровне. Все зрители и гости вечера получили огромный заряд положительных эмоций и узнали силу якутской красоты. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Санкт-Петербург.